Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto E22, и сейчас я покажу вам, как поменять рингтон данного устройства. Итак, для этого мы переходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Звук». Здесь мы выбираем раздел «Рингтон», и далее мы можем установить рингтон из тех, что нам предлагается, либо нажать «Добавить рингтон» и выбрать уже что-то из своей музыки, если она у нас есть. Вот, и на этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.